Полицейские патрульно-постовой службы линейного отделения в морском порту Сочи, находясь на посту патрулирования, обнаружили и задержали на месте происшествия двух несовершеннолетних, пытавшихся с помощью строительной рулетки извлечь из продовольственного автомата газированные напитки. К тому моменту их труды уже увенчались успехом. Мальчики извлекли 8 банок лимонада. Дети проголодались, насмотревшись в интернете роликов, как это делают. То есть пособия, видео. Решили проэкспериментировать. У них получилось, но в этот момент сотрудники полиции их задержали. Вовремя подоспели, пригласили охранников, вызвали инспекторов ПДН, после чего дети были опрошены, переданы родителям. По данному материалу проводится проверка. Информационные материалы направлены на комиссию по делам несовершеннолетних, в ОВД по месту жительства, в учебные заведения. Мальчики рассказали, что приехали в центр города из Хостинского района на самокатах. Их вечерняя прогулка затянулась до поздней ночи. А значит, что подростки не только совершили кражу, но и нарушили детский закон. Теперь малолетних хулиганов ждет постановка на учет, а их родителей административная ответственность за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.